Здорово, домкраты! Сегодня мы с вами разберем рывок X. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Наиболее важным умением в рывке классическом является наработанное чувство ухода под снаряд. Умение оттолкнуться от снаряда, ускоряя тем самым безопорную фазу подседа. Хорошим инструментом для развития данного навыка является рывок X. В связи с существованием различных стилей и уклонов техники по всему миру, данное упражнение неоднократно претерпевало некоторые трансформации в плане техники исполнения. Лично я насчитал минимум 5 видов, различающихся по стартовым положениям и акцентам на определенную мышечную группу. Как пример, если мы поставим ноги сразу же шире и будем делать это упражнение без разброса ног, то акцент смещается на работу локтей, как бы на сопровождение штанги в уходе, потому что ноги не будут иметь никакую инертную силу, не будет разброса. Сегодня же мы разберем с вами тот вариант, который лично я применяю в своей тренерской практике. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Во время выполнения используйте лямки, чтобы снять нагрузку с предплечий. Исходное положение – рывковый хват, прямая стойка, гриф у паха, ноги на удобной ширине, примерно как в старте в рывке классическом. Прижав широчайшими мышцами гриф к паху, одновременно резко толкнитесь носками и сработайте трапеции, бросив плечи к ушам. Слитно, в тот момент, когда штанга набрала небольшую высоту и застыла в воздухе, совершите ход под снаряд, сгибая и разбрасывая ноги в стороны. Основная задача, чтобы все сработало синхронно, а именно, выброс штанги путем взрывного выпрямления и, соответственно, сгибание ног и разгибание рук во время приема штанги над головой. Приняв штангу, зафиксируйте положение низкого седа, а затем встаньте на выпрямленные ноги. Данное упражнение можно использовать в качестве основного, работая с весами около 60-65% от максимального рывка классического по 2-3 повторения в 4-5 рабочих подходах, а также можно использовать его в качестве разминки перед основным рывковым упражнением, используя веса до 50% в 3-4 рабочих подходах по 5 примерно повторений. Благодарю вас за просмотр, друзья. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.